Среди комбайновых экипажей по группе комбайнов «Дон 1500» первое место с вручением памятных лент и дипломов ударника жатвы присуждается экипажу комбайна колхоза «Победа» в составе Арнаут Степана Петровича и Арнаут Степана Степановича, намолотивших за время уборки 1180 тонн зерна. Комбайнеры награждаются премией в сумме 30 тысяч рублей. Второе место с вручением диплома ударника жатвы присуждается экипажу комбайна колхоза «Родина» в составе Градинар Николая Дмитриевича и Юровского Владимира Михайловича, намолотивших за время уборки 1173 тонны зерна. Комбайнеры награждаются премией в сумме 25 тысяч рублей.